У фасада Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина наконец-то наступила победная весна. Сегодня дворец подготовил для жителей и гостей округа большую развлекательную программу. Дети могли испытать свою удачу в различных интерактивных программах, испытать свою меткость в тире и, конечно же, послушать замечательные военные песни со сцены фасада. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, хэл зеленый с пиздой. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Хэл зеленый, хэл кудрявый, раз кудрявый. Несмотря на то, что сегодня не самая приветливая погода, то светит солнце, то накрапывает дождь, на дороге к храму тоже идут гуляния. Люди отдыхают, слушают замечательную музыку и фотографируются на импровизированных фотозонах. Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев, «День города».